Ребята, ребята, вы наверняка видели, что у нас с друзьями-блогерами стартовал круг, где вы можете выиграть денежный приз. Все, что вам нужно сделать, это подписаться на все мои подписки и смотреть за нашими сторис. Если вы в наших сторис увидите вот такой вот смайлик, то вы должны написать ответом в директ штраф. Первый, кто это сделает, получит денежный приз на свою карту. В течение нескольких дней смотрите, следите за сторис. Сегодня будет первый мячик и первый победитель. Не все адекватно вчера отреагировали на сторис, где Роберт делает уроки и плачет. Были как негативные, так и позитивные комментарии. Хочу сказать так, что нет, я не рано отдала ребенка в школу, и я не забрала у него детство, и я его не мучаю, и точно не издеваюсь над ним. Знаете, как кто смотрит на ситуацию, так наверняка он и поступает по жизни, потому что очень многие узнали себя, узнали своих детей, что да, бывает порой сложно делать уроки, бывают и капризы, бывает ребенок устает, но писать, что я у ребенка отнимаю детство или я его мучаю, ну это не так. Кто как смотрит на жизнь? Кто-то смотрит негативно, кто-то смотрит позитивно. И то же самое он видит в жизнях других людей. Поэтому хочется сказать, ну просто будьте добрее. Старается, вырисовывает мой котик. Да? Решил всю тетрадку переписать, чтобы все было идеально. My wife's tennis coach is having sex with her. Yup, I'm fucking rich. Тоже частенько заедаю шоколадом. Но долго так не может продолжаться. Потому что я потолстею, мне отрастут бока. Я буду толстой, никому не нужной. Я прожила еще один день. Мне пришлось сказать, я в порядке, спасибо. 37 раз. И ни разу это не было правдой. Когда кто-то спрашивает, как дела, он не хочет знать ответ. Нас выбрали на районную олимпиаду рисовать с Робертом. Мы сейчас будем рисовать. Что мы будем рисовать? Я хочу, знаешь, как сделать? Но. Тут землю нарисовать землю. Нашу, а тут облако с радугой. Ну все, давай посмотрим, что получится. Да. Так, у нас вот уже земля. Сейчас еще будет радуга. Будет мир во всем мире. Что мы с тобой сделали? Мы сделали землю и радугу. Землю и радугу. Да. И мир во всем мире. Да. Красота. В общем, сделали уроки, нарисовали рисунок на олимпиаду. Знаете, что я поняла? Я поняла, что очень много детей, очень умных, очень способных. И в то же время много детей именно ленивых. То есть они могут, они умеют, но они просто ленятся. Вот то же самое, та же самая история и у меня с сыном. То есть я знаю, что если он постарается, аккуратненько, не торопясь, он все сделает очень круто. Но когда это все быстрее-быстрее, лишь бы освободиться там и пойти гулять или заниматься своими делами, то получается наоборот. Поэтому будем бороться с ленью.